Мария Порошина вновь исполнила роль многодетной мамы и сотрудника Следственного комитета, обладающего уникальными экстрасенсорными способностями. Актриса так рассказывает про новый сезон остросюжетного детектива «Анна Медиум», показ которого начинается сегодня на канале «Россия». Моя героиня Островская сопереживает всем, даже призракам. Она готова броситься в огонь и в воду, чтобы спасти заблудшую человеческую душу. Этот сезон приготовил для Анны очень интересные повороты, причем и в семейной, и в профессиональной жизни. А особый дар Островской здесь проявляется еще неожиданнее. В продолжение захватывающая история о судьбе женщины, обладающей странным и пугающим даром, который помогает ей разоблачать даже самых неуловимых преступников. Помимо Марии Порошиной, главные роли исполняют Павел Трубинер, Евгения Симонова, Сергей Степанченко и Наталья Суркова. Островская по-прежнему работает в Следственном комитете и становится незаменимым сотрудником в команде полковника Жогова Сергея Степанченко. Блестяще раскрывая преступление за преступлением, она видит подсказки в своих снах и видениях, а иногда призраки вселяются в Анну и управляют ее поступками. Подкидывая следствию ключ к разгадке, героиня постепенно просыпается по ночам от кошмаров, а порой бывает и вовсе опасна для окружающих, так что ее родным приходится очень непросто. Однако любящий супруг Евгений, Павел Трубинер, даже в самые сложные моменты готов поддержать Анну, а у ее старших дочерей и у родного брата Максима тоже неожиданно раскрываются сверхспособности. Режиссер сериала Елена Николаева признается, в продолжении нашей истории герои проходят через совершенно удивительные трансформации. Сюжет набирает обороты, будет новое воплощение сверхъестественной идеи. От серии к серии обостряются детективные линии, зрителей ждет много неожиданных поворотов, а у главных героев новый этап в отношениях, более драматичный и интригующий. У нас на проекте замечательные сценаристы во главе с Алексеем Рудаковым, и сложился сильный актерский ансамбль. В этом сезоне наша команда пополнилась новыми артистами. К нам присоединились Максим Дрозд и Елена Великанова. Я рада, что буквально каждый человек в съемочной группе с удовольствием работал над фильмом. А главная наша ценность – Мария Порошина, сыгравшая Анну Островскую. Сильная, яркая, тонкая актриса и очень красивая женщина. Не только внешне, но и внутренне. Надеюсь, зрители будут с интересом смотреть продолжение ее истории. Ведь тема сериала, на мой взгляд, необычная, свежая по своей задумке. И мы старались свежо и нестандартно воплотить ее на экране. В этот раз персонажу Евгению Петровичу Островскому предстоит сделать нелегкий выбор. На одной чаше весов должность руководителя проекта, а на другой – новые сверхспособности его жены. Теперь призраки могут вселяться в нее и даже руководить ее поступками. Герою придется понять, что для него важнее – карьера или семья, и как-то со всем этим справиться.